Всем привет, меня зовут Юля, и сейчас я расскажу вам про куклу Monster High Howlin' Wolf, базовая коллекция серии 13 желаний, специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Коробка стандартных размеров, на ней вы увидите надпись Monster High, логотип, герб, саму героиню Howlin' Wolf, логотип серии 13 желаний, а также обложку DVD-диска с этим мультиком. На боковой стороне вы увидите надпись Monster High, на тыльной стороне надпись Monster High, логотип персонажа этой коллекции и логотип Mattel. Давайте рассмотрим Howlin' Wolf повнимательнее. Волосы у нее розового цвета. На голове красуется вязаная черная шапочка. Одно ушко у нее приопущено, а в другом вставлена золотая сережка. Макияж Howlin' Wolf. Фиолетовые и розовые тени с блестяшками, ярко-розовые губки с маленькими белыми клычками. Одета она в черное платье с ярко-зеленым принтом, розовыми и синими лапками. Также на ней есть фиолетовый блестящий пиджак. Пояс голубого цвета с золотыми шипами. На ножках у нее розовые колготочки и высокие сапоги черного цвета со шнуровкой, золотыми шипами, косточками и молниями. В ручках у нее золотая сумочка на цепочке с голубыми вставками. Также в набор входит подставка, дневничок, расческа, и так как это базовая серия, то входит питомец розового цвета ежик Кушин. Подписывайтесь на наш канал, с вами была Юля специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Всем пока!